Друзья, я люблю ходить в походы. И вот, изучая один маршрут, я нашел кое-что интересное. Приглашаю вас полюбоваться на мою находку. Странное место. Небольшая площадка. На ней куски металлических тросов, провода, куски арматуры. Все связано воедино. Также на площадке насыпано зерно, лежит соль. Кто-то решил приманить кабанов. И вся эта конструкция нужна для того, чтобы убивать диких животных электротоком. Пройдем дальше по проводам. Дальше электрокабель уходит в небольшую лужу. С другой стороны уже оголенный провод. Вокруг лужи много следов кабана. Это так называемая купальня. Здесь они купаются и пьют. И какой-то нехороший человек приготовил для кабанов мерзопакостную ловушку. Идем по проводам в логово браконьера. Натянутый провод нам точно указывает, где живет человек, который убивает диких кабанов электротоком. Дорогие друзья, что вы скажете об этой ситуации? Как вы думаете, что заслуживает этот человек, который убивает диких кабанов электротоком? А ведь могут пострадать и люди. Вдруг здесь пойдут путешественники, и тогда может случиться беда.